И снова здравствуйте, это UKRLIFE, Людмила Немиря. Я хочу напомнить, что партнер канала торговая марка Гейтман. И мы очень рады, что с нами сегодня на связи Владимир Копчак, которого мы очень рады видеть. Я хочу напомнить, что он аналитик Грузинского центра стратегического анализа. Владимир, здравствуйте. Спасибо огромное, что вы сегодня с нами. Приветствую, уважаемые зрители. Приветствую, Людмила. Рад встрече. Давно не виделись. Спасибо огромное. Владимир, прежде чем перейти к серьезным событиям на Южном Кавказе, а их там прямо очень много, хотелось бы немного начать наш с вами разговор с Украины. И я бы начала, может быть, с самого такого резонансного вопроса и информационной политики вокруг этого резонансного вопроса. Это отставка Залужного, возможная отставка Залужного, которая поставлена на стендбай, или потенциальная отставка Залужного, или не отставка Залужного. Вот все, что вокруг этого происходит. И дело даже не в том, какую резонанс это вызвало в Украине, а очень интересно, как вы оцениваете, как мир реагирует, потому что все, по большому счету, крупные западные издания так или иначе написали о Залужном, и фактически, наверное, в ответ Залужный свою колонку в CNN о том, как он видит, что нужно сделать в ближайшее время. Поэтому, если можно, давайте немного об этом, потому что у вас есть возможность посмотреть несколько со стороны, скажем, вот из Грузии на вот всю эту информационную политику. Очень интересно, как вы ее оцениваете. Послушайте, информационная составляющая мазками, назовем его так. Я скажу сразу свой вывод главный. Я не понимаю спикеров, первоисточников, ссылающихся на различные, скажем так, опять же, анонимные источники, где бы то ни было угодно, запускающие информацию во время такой войны, до появления там соответствующего указа в урядовом курьере коллективном, назовем его так. Я это в такой фазе войны никогда не понимал и не пойму. Потому что если вы собираетесь чем-то как-то на что-то повлиять, есть механизмы, скажем так, другие. Вот это как бы мой вердикт следующий. На выходе мы сейчас имеем картину, когда, кто бы что ни рассказывал, получилось сбить, отыграть и так далее. Каждый, знаете, как есть логика. Человек не факт, что разбирается, но думает, что разбирается. Точно так же и здесь думает, что на что-то кто-то влияет. Вот. Имея отрывчастую определенную информацию, что меня откровенно бесит, то, что вот это сопровождение в каждый лагерь, подчеркиваю, я не говорю хороший или плохой, информационно сопровождая в логике футбольного болельщика, очень сильно вредит общему делу противостояния агрессору. Вы говорите со стороны, послушайте, в Грузии, в Армении, в Азербайджане, вот из-за такой информационной политики, что, например, меня радует, люди очень переживают, имея искривленную картину над происходящим. Вот. Понятно. Тут у Валерия Федоровича отдельный южно-кавказский безотносительно национальности есть пул сторонников, без вариантов. То есть тут, и им кажется, что они в процессах и так далее. Это приятный момент. То, что люди руководствуются потусторонней реальностью, на мой взгляд, это на самом деле плохо. Вот, я прошу прощения за сумбур. Я всем рекомендую посмотреть на Фейсбуке, думаю, на Телеграм-канале есть, какую линию дискуссии задал Константин Машовец. Вот, очень рекомендую, она на украинском языке, но полковник Google именно на русский переводит уже даже, по-моему, там падежи не сношаются, все очень четко и конкретно. Вот. Ситуация выглядит каким образом? Ведь понимаете, в чем дело? Залужный стал политической фигурой, я уже не знаю, хотел он или не хотел этого достичь. Если есть у него политтехнологическая команда, она достаточно качественная и профессиональная. Потому что главным политическим активом сейчас у Залужного, помимо, безусловно, его ключевейшей роли в сдерживании агрессора, беспримерного личного героизма и разных скиллов полководца и так далее, это то, что он по этому поводу молчит. Вот молчит и все. И в этой логике правильно делает. То есть, как ни крути, создана сейчас картина, я не говорю хорошо или плохо, это объективная реальность, что если даже появятся объективные причины, а они могут быть самые разные, когда верховный главнокомандующий захочет поменять главнокомандующего, безболезненно это для Украины, для общества, для войны, для ведения войны уже не произойдет чисто технически. И в этой связи руку приложили фан-клубы всех команд, на мой взгляд. Не устаю повторять, главная беда Украины в том, что в любой воюющей стране любая повестка внутриполитическая должна быть подчинена войне, а не наоборот. У нас пока, к сожалению, наоборот. Вот. Дальше мое личное отношение почему? Я к этому отношусь к происходящему достаточно спокойно. Почему? Потому что не Зеленский вошел в историю, у него шанс такой есть, и он ее войдет, историки оценят, напишут и так далее. А история 24 февраля 2022 года вошла в него, если хотите. Вот у нас сейчас нет другого главкомверха. Вот. Никто из критиков и так далее чисто механически, помимо крикунов, популистов, там идти на выборы и так далее, одно, второе, третье, отыгрывая или в контексте полезных идиотов, или работая понятно на кого, никто вменяемо не предлагает никаких вариантов. Не предлагает и все. Поэтому ответственность он на себя взвалил, вытягивает он как вытягивает. И в этой связи меня успокаивает старый армейский принцип. Вот. Армия сильна традициями и единоначалием. Вот ключевое единоначалие. Если брать Украину как одну большую армию, гораздо шире, чем даже силы обороны Украины, то решение Зеленским продлевать Залужного или менять и так далее, это будет его личное решение, его личная ответственность. И мы в этой системе координат, не будучи в состоянии физически что-либо поменять, должны всячески относиться с пониманием и каждый на своем месте как может помогать. Вот так я вижу на данный момент этот процесс. Опять же, conclusion такой, безотносительно фамилии и так далее. Создана искусственно, на мой взгляд, адская картина, когда безотносительно фамилии, если нужны будут перестановки в высшем военно-политическом или в командном составе, они не могут пройти для страны безболезненно. Упреждая ваш вопрос по серии материалов от Вашингтон-Пост и далее по списку, я тоже к ним отношусь спокойно, потому что те же самые неназванные источники, которые создали в телеграм-каналах и не только определенную картину, ничего им не мешало 5, 6, 4 ведущим, каким угодно изданиям журналистов, создать эту же самую картину. Поэтому к этому я отношусь спокойно. А читайте Залужного именно по его взглядам и видению для ведения войны. Это полезно, правильно, информативно, безотносительно того, насколько долго он будет возглавлять этот процесс на поле боя. Мы сейчас вернемся к тому, как вы оцениваете вот то, что сейчас предложил Залужный на 2024 год. Интересно, как для вас это звучит, как вы это понимаете. Но раз уж вы вспомнили Константина Машовца, то он тоже интересно заметил, что это и полномочия президента, и ответственность президента. Вот он тоже здесь. Относитесь в этой связи к Зеленскому не как к Зеленскому, а как к креслу и так далее. Вот. Поэтому, послушайте, опять же, пускай и очень оторванные и фрагментарные знания, назовем их так, позволяет мне делать вывод о том, что кому-то очень сильно надо, чтобы мы жили в потусторонней реальности. Вот. И в этот формат, в эту парадигму сваливаются абсолютно искренние в массе своей люди, которые переживают и так далее и тому подобное. Вот. Но в сухом остатке мы имеем на момент нашего разговора все звитяги, все провалы, проколы, удачи, беспримерный героизм. Все происходило при Зеленском, при Залужном, назначенном тем же Зеленским. Давайте не будем об этом забывать, что это же сейчас в кадровом плане мы имеем это дело. И тут опять же интересный момент. Знаете, как говорится... когда еще, главный упрек, что там Зеленский с офисом подминает все под себя и так далее. С точки зрения подходов и принципов ведения войны это нормально. То есть, грубо говоря, что не всегда правильно канализируется эта монополия властная. Вот. Поэтому системных каких-то изменений, ждем нового этапа, когда там в апреле формально истекают полномочия президентства. Вот не призыв, просьба. Пустоту относиться спокойно, потому что по законодательной базе Украины, там 10-11 статья Конституции, но не только, говорит о том, что під час військового стану полномочия президента продлеваются автоматически, безотносительно в тот момент у руля. А других механизмов, их просто, чтобы не слить державу сейчас, снесение конструкции через выбор или как угодно, у нас просто не существует. Это ни хорошо, ни плохо, такая данность и реальность. Вот и все. Ну и поменьше слушайте русскоязычных спикеров из Соединенных Штатов Америки и не только. Вот как-то так. Владимир, теперь, если позволите, давайте немножко поговорим о стратегии, которую предложил Залужный на 2024 год. Вы, как человек, который много занимаетесь именно военной аналитикой, вот как вы оцениваете? Вот то, что предложил Залужный, это ожидаемо было для вас? Или? Да, для меня ожидаемо. Ну, я же говорю, читаем и внимаем. Почему? Потому что ну, тут, опять же, пересечение идет в имиджевом плане. Зарабатывает он баллы политические или нет? Ну как это? Я себя чувствую в состоянии не по Хуану Самбрера, где мысли Залужного. Поэтому я тут даже дискутировать не буду. Там очевидные вещи, и это, скажем так, развитие логики предложение ведения войны после серии его материалов, когда понятно стало, что наступление, дроп контрнаступление застопорилось. И его именно материалы были ответом на линейку различных вражеских, в том числе и ПСО, о том, что ну все, сливаемся, ГИП снимают, идем на переговоры и так далее. Вот, грубо говоря, на фоне того, ну, на фоне там 20 с копейками продвижения сил обороны Украины, нового плацдарма, в Крынках на левом берегу Херсонщины, Днепра и так далее, ну, на фоне 2 километров этих добычи там, под Авдеевкой, не только коллективной, со стороны врага. Вот. То есть здесь тоже надо понимать эти моменты. Ну, предложения Залужного, их надо брать и имплементировать, ведя дискуссию с ним действительно на профессиональном уровне, имея всю глубину информации. Вот, я просто не буду даже отвлекаться со своего дивана на эту тему. Не имею полномочий и морального права. Мы уже не раз слышали в западных средствах массовой информации, не только в западных, что у Украины серьезные проблемы, что нужно, как вы справедливо сказали, идти на переговоры, что у Украины нет оружия, что Украина может потерять территории в этом году, что вплоть до того, что там летом Путин может предпринять еще одно большое наступление, много-много другое. И пока это все раздается там на разных западных площадках, в разных западных средствах массовой информации, Украина стоит, украинские военные на фронте здесь и сейчас просто защищают Украину. И в этом смысле у меня вопрос. Вот то, что происходит, те оценки, которые мы слышим и от западных партнеров, и то, что реально происходит в Украине, то, что вы можете оценивать. Как вы считаете, насколько это проблема в понимании ситуации существует между нашими западными партнерами, скажем, и вот реальностью, которая в Украине? Это очень важный момент, потому что мы же помним, как много было статей по поводу того, что вот взгляды на то, как проводить там наступление в 23-м году, серьезно расходились, и там целые большие статьи этому посвящались. Да? Но сейчас такое время, когда нужно, наверное, все аккумулировать, и силы Украины, и силы каких-то западных партнеров, чтобы понимать стратегию, как она выглядит на ближайшее время. То есть аккумулировать все, что можно. То есть мобилизировать не только Украину, но мобилизировать и Запад, и, наверное, какое-то общее понимание сложить. И в этом смысле вот то, что там звучит на Западе, и то, что происходит здесь и сейчас на фронте, вот насколько вам кажется, что это совпадает? Потому что, ну, вот очень интересно, как вы анализируете вот этот тоже, опять же, информационный фон и контекст. Ну, смотрите, в публичной части очень много непонимания. В вашем вопросе уже содержится ответ. Очень много непонимания происходящего, причем на уровне механизмов от, скажем так, принятия решения о поставках какого-то вида вооружения, дальше до его имплементации, собственно, в боевых частях и так далее. Насколько это сложный, длительный процесс от политического решения до освоения украинским бойцом того или иного вида вооружений. Вот. Дальше. Ну, я хотел бы сказать, сколько бы Запад не использовали мы понятие коллективный, да, он консолидируется, но он очень до сих пор неоднородный. И так далее. Ну, начнем из позитива. Включилась Европа очень серьезно. Вот, и это является следствием того, что Соединенные Штаты Америки институционально сваливаются в свою предвыборную логику. И если есть какая-то координация усилий, я вижу взаимосвязь с тем, что Европа включилась. Я сейчас далеко не только о, скажем так, стратегическом решении о выделении 50 миллиардов. Вот, даже Орбан, по-моему, кнопку нажал. И так далее. Нажал. Вот, да, совпадение вот во времени и так далее. Но то, что, скажем так, остается в тени, ну, достаточно информации о поставках и так далее, но Европа становится, на мой взгляд, базовым игроком, донором и сапплайером для Украины по системам вооружений, которые будут системно выводить из строя энергетическую, логистическую и прочие структуры противника, и глубина поражения будет постоянно расти. То есть все линейку новостей, например, по территории Крыма, которые на данный момент замыкаются уничтожением ракетного катера «Ивановец» в Донузлаве. Вот для местной южной кавказской аудитории говорю, посмотрите, где Донузлава. Это озеро, по сути, куда можно попасть через 200-300 метров, скажем так, перешеек со всеми сетками, минами, пулеметами и так далее. Ну, в общем, беспрецедентная операция украинского ГУРа. Это тоже сигнал для россиян, что будем доставать. Дальше Нижний Новгород, Ярославль, Ленинградская область. По списку, ну, новости все мы видим. Стало это не в последнюю очередь благодаря помощи, если говорить по Крыму и не только, наших европейских партнеров, ну и не стоит на месте наша оборонка, сколько бы мы ее на уровне принятия государственных решений не решали. Силы противовоздушной обороны противника будут редеть, возможности Украины будут объективно нарастать. Вот. Это, на мой взгляд, главный маркер и главная позитивная тенденция сейчас в условиях перехода к активной обороне, будем ключевое слово «активное», что касается сил обороны Украины, и готовности к позиционной затяжной войне на весь 2024 год, как одному из фронтов глобального противостояния в мире. Можно отдельно поговорить и так далее. Это глобальное противостояние будет, и мы будем очень разное видеть в прессе, поверьте мне. Пик его, на мой взгляд, тут не надо быть особым вангой, припадет на пик предвыборной гонки, грубо говоря, самого факта голосования, подсчета голосов и так далее. Это достаточно долго, несколько месяцев в Соединенных Штатах. Ноябрь-декабрь. Ноябрь-декабрь. И к ноябрю-декабрю не только Украина, но прежде всего должна максимально подготовиться, чтобы на этот момент были самые сильные позиции в Украине и так далее, чтобы, если будет новая администрация Трампа или кого бы то ни было, вести диалог, скажем так, более конструктивно и с более убедительных позиций. Тут как бы без вариантов. Что касается внутриамериканского трека, опять же, мой вам совет, позовите, кто действительно разбирается, поработайте с переводчиками и так далее, пусть расскажут, потому что то, что оттуда несется, ну, про комплекс футбольных болельщиков я уже говорил, это просто какая-то несусветная дичь. То есть одни мечтают о гражданской войне, другие логично ее боятся и так далее и тому подобное. Техасоведов очень много появилось, Тихуана не резиновая, как оказывается, в кои-то веки. Поэтому, ну, тут просто послушайте разбирающихся людей, они, к сожалению, как правило, тонут в этом потоке экспертного талибаната. Но будет, на мой взгляд, очень нелегко. Реперной точкой будет Вашингтонский саммит НАТО. И, опять же, на момент нашего разговора могут быть только пожелания, он абсолютно результаты не прогнозирует на данный момент, потому что невозможно спрогнозировать, как администрация демократов попытается завернуть решение по Украине, которого мы все ждем, конкретики. То есть по нам. Не пустить Украину об этом. Не, ну пустить, не пустить неправильно. Ну, они завернуть, могут... это значит... но они же могут сформулировать так, что вот как это... Задорнов, пока с ума еще не сошел, у него была фраза знаменитая: чтобы издать книгу, надо быть членом Союза писателей. Вот, чтобы стать членом Союза писателей, надо издать книгу. Понимаете, так и здесь. Они могут сформулировать по членству НАТО в Украине, да, но нет. Но тут опять же есть тенденция. Первая, скажем так, шаг сделала Великобритания по двухстороннему формату стратегического партнерства, если я не ошибаюсь. Вот тема Залужного перебила, скажем так, тему это Будапештскому меморандуму-2, соответствует ли он... этот договор с Лондоном формату с Израилем или с той же Южной Кореей, как у Штатов. Вот, то есть, опять же, все начали разбираться и так далее. Мое мнение здесь следующее. Не принципиально, как договор оформлен на бумаге. Все зависит от политической воли гарантов, так называемый, в конкретный момент, когда этот момент настал, и эти самые гарантии надо имплементировать. Кто как может, как нет. Уж по что ссылались на договор между Соединенными Штатами и Израилем. Вот на бумаге, кстати, у нас с Лондоном говорят, что он поярче выглядит, даже по формулировкам. Безусловно, то, что сейчас Израиль и вокруг его войне, далеко не только с Хамасом, в динамике развивается. Мы сейчас наблюдаем, правильно, что зовете Давида Гейдельмана, подписываюсь под его оценками и так далее. Но помощь Штатов, с одной стороны, беспрецедентная, но мнения здесь, опять же, есть очень разные. Могли бы помочь и больше, особенно, скажем так, непосредственное участие по выпиливанию действующих и потенциальных врагов Израиля. Потому что работает... абсолютно жесткое правило, никто, кроме израильтян, за Израиль воевать не будет. Вот. И мы вот сейчас зависли в состоянии, уж по что между Вашингтоном и Тель-Авивом есть двухсторонний формат союзнических отношений, и мы видим, как нелегко сейчас Израиль, и то ли еще будет. Вот. Поэтому, вот, скажем, считается, что на мази подобные договоры о гарантиях там, с Парижем, с Берлином и так далее – будем надеяться на то, что они на практике заработают. А, к сожалению, обстоятельства для того, чтобы оценить эту помощь, ну, они настанут. Без этого никак. Генезис войны такой, что какой он есть. Отступать никто пока не собирается. Позвольте вернуться к вашей фразе, что Украина – это отдельный фронт глобального противостояния. Вы сказали, что мы могли бы об этом немного поговорить. Давайте об этом поговорим, потому что вот вы уже вспомнили и Ближний Восток. Я думаю, что можно и Южный Кавказ частично тоже считать. Вот, тоже. Южный Кавказ однозначно является частью большого Ближнего Востока. Я уже не помню, кого подсмотрел. Но это уже общим местом стало... говорить об этом. Ну, на Южном Кавказе, понимаете, в чем дело? Все три страны Южного Кавказа, сейчас отвлекусь, у меня есть любимый политик в Грузии, Шалва Папуашвили. Вот, я сейчас без иронии говорю. Он, кстати, это спикер парламента, он единственное официальное лицо, которое во всем этом двухстороннем трэше между Киевом и Тбилиси, там, холодной или прохладной официальной войны, он посещал Киев. На самом деле, в парламентской делегации и так далее. Вот. Ну вот он по отношению к Грузии сказал фразу, что Грузия придерживается политики стратегического терпения. Вот можно сколько угодно улыбаться криво, как угодно, но она сейчас релевантна для каждой из трех стран Южного Кавказа. Вот они, вот, например, на мирном треке между Азербайджаном и Арменией, Баку и Ереван оттягивают подписание мирного договора. Вот каждый, используя свои доводы и механизмы, но упираются, на мой взгляд, они в то, что и в Баку, и в Ереване просто терпят и ждут, как Российская Федерация выйдет из горячей фазы войны с Украиной. Если это будет поражение, как оно будет оформлено? Потому что поражение России в Украине от слова совсем не гарантирует ничего спокойствия на Южном Кавказе, а при определенных сценариях скорее наоборот. Если получится вариант какой-то заморозки посредине, чего Украина старается не допускать, но вдруг это произойдет гипотетически, это новая система вызовов и рисков для региона. Общим местом стало говорить, что все три страны строем уйдут в некий проект под имперским названием «Закавказье». Поэтому сейчас здесь три столицы, они попросту не делают резких движений по отношению к Москве и так далее. При всех разговорах о системном ослаблении Российской Федерации в регионе и так далее и тому подобное. Ну, взять, например, самую сильную страну и самую субъектную, назовем его так, страну Азербайджан. Посмотрите на карту, она сейчас физически, как в бутерброде, зажата между двумя игроками, которые составляют самый стойкий, самый понятный, на мой взгляд, к сожалению, военно-политический союз в мире. Это Россия и Иран, который благословлен, назовем его так, под крышей, как угодно, Пекина и так далее. Вот. Система угроз со стороны Ирана для Азербайджана, она никуда не делась. Вот. То, что мы сейчас видим в информационном плане, вот, что якобы там все мир, дружба, жвачка и так далее, опять отыграли тему, там же не будем забывать, был теракт против посольства Азербайджана в Тегеране, посольство не вернулось, там формально ждут, как посадят или не посадят, какой срок будет в Иране к непосредственным исполнителям, то есть кулуарно вопрос о заказчиках этого как бы пока не поднимается. Вот. То есть посольство не вернулось из Азербайджана? Не вернулось, конечно. Ага, это при том, что при всем конструктиве в треугольнике между Баку, Тегераном и Анкарой по открытию, скажем так, альтернативной армянскому мигринскому участке дороги между, пардон, материковым Азербайджаном и Нахчеваном, Нахчеванской автономной республикой, далее в Турцию. Вопрос решен, там только по железке сейчас идут торги с Арменией очень странные и так далее. Вот. Но по Ирану вот здесь при всем конструктиве. То есть и тут понимаете, в чем дело? Иран, ну если мы об Азербайджане, вот, то, что, скажем так, находится под водой. Понимаете, для Генерального штаба на предмет Украины и не только воюющей страны или потенциально рассматривающей, все вот эти эмоции, расклады политические такие, но они должны волновать слабо, они должны все сценарии учитывать. И, например, в том же Генштабе Азербайджана четко понимает себе степень угроз со стороны Ирана. Вот. И тут на чем играет российско-иранский тандем? Если, понимаете, для Ирана, например, совершенно не нужно какое-то обострение вокруг Израиля, чтобы поднять там пропагандистский жупел сионизма в Азербайджане. Вот. Этот момент всегда был там, до 7 октября, назовем его так. Потому что у Азербайджана ключевейший партнер военно-технический – это прежде всего Израиль. Дальше пропагандистские темы нанизываются, от которых официальный Баку и правильно делает, пытается максимально дистанцироваться в аналитических кругах, гуляет, что вот там Азербайджан кто-то бы очень хотел использовать там, как форпост там, с аэродромами подскока, вот, против Ирана и так далее. Но только чтобы вы понимали, Баку от этого максимально пытается дистанцироваться и очень нервничает и правильно делает, когда кто-то пытается практическую плоскость это дело нанизать. Вот. И один из возможных, подчеркиваю, гипотетических слова сценариев, если будет эскалация по линии Иран-Азербайджан, вот, понятно, у Турции не будет вариантов, чтобы не вступиться за Азербайджан, то есть здесь там и союзнические договоры и так далее. Но как вы думаете, кто первым придет со своим списком претензий и требований мирить, если будет? Правильно, дорогие россияне из Кремля. Первым придут помирить, и вот на этом они играют. Потому что конвенционально у них сил, будучи увязшими в Украине, нет никаких, но спарка с Ираном, она работает достаточно плотно. Вот. И все эти вызовы и риски в Баку, на мой взгляд, прекрасно понимают, и вот осторожная политика на этом треке, она, на мой взгляд, оправдана. Другой вопрос в эту же канву ложится, чему, например, очень сильно рукоплещут в Кремле в их логике, то есть идет системный разрыв, не полный, подчеркиваю, системный, по крайней мере, визуальный разрыв между Азербайджаном и Западом, который не коллективен, то есть понятно, что в общем информационном потоке утонула новость, Азербайджан приостановил на неопределенный срок участие своей делегации в парламентской ассамблее Совета Европы, вот, и тут опять же интересный момент, если бы вот не контекст, в котором мы говорим, если бы не карабахский фактор, когда Азербайджан уже живет в состоянии, полностью восстановив территориальную целостность. К этой перепалке можно было бы относиться ну, там, с некой долей иронии, как к сюмурону и так далее. Потому что вот 7 февраля выборы в Азербайджане президента, Эльхам Алиев победит, продлится и так далее. То есть формальным поводом претензии от ПАСЕ было то, что там, наблюдатели от ПАСЕ не допустили в Азербайджан. Дальше включается, если это публичный довод, действительно, включается театр абсурда, потому что ну, с начала 2000-х Азербайджан является членом этой уважаемой в кавычках организации. Вот. Не пускали системно и раньше, на свободу слова действительно неприемлемые в моей системе координат, там, ущемление свободы слова, там, гражданские права и так далее, все это было. Но именно сейчас ПАСЕ начало раздражаться. Ну, вылазит на поверхность, что ключевые члены Европейского Союза, Франция, присоединилась к Германии и так далее, в логике Баку ведут неприемлемую политику по карабахскому вопросу. Даже не урегулирование, а по карабахскому вопросу заведомо, ну, скажем так, невыполнимые и неприемлемые, выдвигая требования к Баку, это одно дело, но уже, как правильно кто-то отметил, действуя даже уже вне логики официального Еревана. На мой взгляд, то есть о каких претензиях я говорю, то есть там допустить кого-то в Карабах, обеспечить одно, второе, третье и так далее. То есть Баку есть, скажем так, весомые причины, обижаться неправильно слово, но реагировать жестко там, где это будет позволено. Вот. То есть трек этот развивается таким образом, что, как ни парадоксально, якобы под вывеской помощи армянам, они медвежью услугу оказывают Еревану, отдаляя подписание мирного договора. Это тоже надо себе четко понимать. И это, опять же, это не хитрый план Кремля. Иногда бананы — это просто бананы. И есть вот такое ситуативное совпадение, скажем так, отдаление Азербайджана от Европы, чему не могут не радоваться и не резонировать этот вопрос по своим, в том числе агентурным каналам на самом высшем уровне в том же Азербайджане. И возвращаясь, сори, опять же, за Сулгур, с того, чего я начал, вот неопределенность взглядов, как вести себя с Россией в свете того, неопределенности выхода из войны против Украины, вот отдаляет, скажем так, вот подписание окончательного мирного договора между Баку и Ереваном. Безусловно, это один из основных факторов, на мой взгляд. Потому что тут в упрощенной логике говорится, опять же, подчеркиваю, здесь упрощенная. Россия позволила Азербайджану вернуть контроль над своими территориями и имеет, скажем так, список то ли претензий, то ли пожеланий в отношении Баку. И одна из них на поверхности, скажем так, мирный трек с Арменией не уводить на Запад, не делать это в Вашингтоне, в Брюсселе. Сейчас на данный момент эти повестки переговорные, они практически сняты с повестки дня, их не существует. Будут ли они реанимированы, история покажет. Вот, поэтому в этих условиях вот, ну, де-факто позитив один, что с 19-20 сентября прошлого года, это когда контртеррористическая операция вооруженных сил Азербайджана вернула контроль над всей территорией Карабаха, с тех пор на армяно-азербайджанской границе, которая, по сути, пока является линией фронта, полная тишина. Полная тишина, и это является маркером того, что, несмотря на то, что мы видим в информационном поле, во всей этой каше и так далее, но есть двусторонняя коммуникация между Баку и Ереваном, и на это накладывается система давления, сдержек и противовесов с Запада, и не только, чтобы, ну, пора этот архаичный конфликт переводить в мирное русло не только на уровне заявлений, но и на практике. Вот так как-то я вижу этот процесс. Позвольте немножко вернуться. Вы уже, собственно говоря, о многом сказали по поводу переговоров между Арменией и Азербайджаном, но хотелось бы вернуться. Да? Вы очень хорошо сказали, что на Южном Кавказе сейчас такое стратегическое ожидание. И в этом смысле очень интересно, если бы сейчас Армении и Азербайджану удалось договориться, и вот насколько мы знаем, что в Грузии есть там какие-то политические тоже подвижки, Грузия получила там позицию кандидата в члены Европейского Союза и другое. Вот если бы произошли эти договоренности, насколько это бы стабилизировало ситуацию в регионе и, пожалуй, ослабило бы вот позиции России? Ну, потому что если западные партнеры, собственно говоря, сейчас считают ситуацию в отношении договоренностей, то в этом смысле выглядит так, что, ну, тут как бы для России это хорошая новость. То есть насколько вот здесь вот существует какое-то понимание на Западе того, что происходит на Южном Кавказе. Это вот тоже, мне кажется, очень важный момент, насколько сейчас там игрок Штаты, насколько там игрок Франция, насколько игроки другие страны. Потому что ведь это интересный момент, когда представители Евросоюза в прошлом году едут к Алиеву и просят о поставках энергоносителей, и все как бы замечательно, они договариваются, а сейчас там делегация выходит из ПАСЕ. Ну, оно тоже, это выглядит очень странно. Никак одно другому не противоречит. Никак, абсолютно. Вот такая специфика. Ну, поверьте мне, ну, нету здесь коллективного Запада на Южном Кавказе, на армяно-азербайджанском треке и так далее. Я бы даже не сказал, что они качают тему мирного договора и так далее. Они, ну, просто, понимаете, в чем дело? Ну, вот в случае с ПАСЕ, например, инициировал какие-то шаги по отношению к Азербайджану вот, немецкий депутат Швабе. Вот. Если его там пошерстить, ну, никто, он из правящей коалиции и так далее, ну, бэкграунд у него, мягко говоря, странный. То есть такой шрёдеризированный товарищ и так далее. И тут он вдруг озаботился и так далее. Чьи он интересы выражает? Например, есть точка зрения, там, что там немцы не получили подряды по восстановлению в Карабахе, и не получили они в пользу Великобритании. Вот, опять же, я не знаю, как это комментировать. Я не верю, что только это было бы доводом, и там ПАСЕ вышло на этот какой-то уровень и так далее. То есть ПАСЕ отрабатывала многолетнюю свою объективную, за счет чего эта организация там, в имиджевом, в картинковом плане существует. Это там права человека, свободы, демократии и так далее. С этим действительно в Азербайджане серьезные проблемы. Вот, действительно. Вот. Но на данный момент общество консолидировано. Но я же всегда повторяю, что тут же, где был, например, на мой взгляд, маразм. То есть раньше вас тоже не пускали наблюдателями на выборы. Посмотрите, какие там процессы были в Азербайджане, реально трагические, ужасные. Там 2010 года были политзаключенные, были смерти, были политические беженцы и так далее. То есть и тогда вот картина была, и подвешенный был Карабах. То есть там можно было разговаривать. Сейчас, на мой взгляд, вопрос к Баку, почему бы их не допустить на выборах 7 февраля, когда, например, уже иронично азербайджанский дискурс есть, что говорит, ну вот в этот раз уже я точно пойду на выборы и искренне проголосую за Эльхама Алиева, а в ответ шутят, говорит, думай, что говоришь, а ты раньше не ходил или не искренен был и так далее. Ну, в каждой шутке здесь не только шутки и так далее. То есть в ближайший предвыборный цикл в Азербайджане, ну, там, я не знаю, 80% там, по правилам, как там, не знаю, Пашиняна избирали, Зеленского, по швейцарским правилам, по каким угодно, незыблемая поддержка. Тут же отдельная история, нет ответа на вопрос, зачем Эльхам Алиев 7 февраля пошел на досрочные выборы. Это же не плановые выборы. А вот интересно, это что версий есть там неслыханное количество. Я сразу скажу, что ни одна из них на мой вопрос «зачем?» в полной мере не отвечает. Вот, то есть, ну, звучит о том, что там показать там, миру, Западу консолидацию общества. Ну, послушайте, те, кто принимает решения, в том числе в ПАСЕ, отлично разбираются в реалиях Южного Кавказа. Отлично, что там, где и как состоит. Грубо говоря, ну вот доводы, которые можно, по крайней мере, обсуждать вменяемо. Вот, раньше оформить свое президентство на там, 5-7 лет, неважно абсолютно, раньше, чем в марте у Путина. Вроде бы как бы довод, но разбиваем следующую мысль. В Азербайджане сейчас находится российский контингент, так называемый миротворческий, военный. Ни одной логики вменяемой, человеческой, какой угодно, их присутствие там, при отсутствии сори армян, вообще нет армян, никто не может, ну нету просто, зачем они там находятся. Формально по бумаге известно, они уйти при обоюдном согласии должны в 2025 году, в конце, после ноября. За полгода до этого Баку должен или сказать, запустить процесс «уходите», или должен запустить там, процесс, продлевать будете и так далее. Вот. Сори за такие аналогии. Вот. Так вот, в этой связи ну, возможно, Эльхам Алиев посчитал, что надо иметь более прочные позиции в 2025 году, потому что плановый период выборов – это 2025 год. А, и это тут же идет, да, и тут у него, и тут же идет довод, ну кто его мог шатнуть в 2024-2025 году и так далее. Ну, как бы, ну, посчитали так, как посчитали. Мне ближе всего версия о том, что, это подстраховка, б, мы не видим очень сильные глубинные тектонические расклады внутри политического эстеблишмента Азербайджана, на мой взгляд. Елавасадзе, по-моему, сказал в конце 2019 года, что была начата такая так называемая революция сверху в Азербайджане, возглавленная президентом, так и так далее. Но, мне кажется, она продолжается. То есть там и чистка кадров, которые публично будет, не обязательно будет озвучено, мотивы паблики и так далее, увидим или нет. И это тоже упирается на систему, скажем так, влияния, сдержек, противовесов, в том числе и внешних игроков. Российская Федерация, Турция, но не только. Вот я думаю, что это один из наиболее приближенных доводов, зачем был сделан такой шаг 7 февраля переизбраться. Вот, потому что там центрально азиатской логики, знаете, там как вожди меняются, там 2 раза по 5 лет, потом меняет Конституцию, что 7 лет, значит, можно 2 раза по 7 и так далее. В Азербайджане нет с этим проблем, согласно Конституции избираться можно сколько угодно раз, там срок поэтому не важен, поэтому другие какие-то доводы, ну, для меня выглядят несерьезными, там, конспирологическими, там разное звучит, то есть добавить мне здесь больше нечего, но это маркер того, что я сказал, насколько серьезно относятся к новой системе вызовов и рисков. То есть, ну, понимаете, такой подход предопределила вот на данный момент география и математика. Вот. То есть регион Южного Кавказа не в формате Закавказья мог бы быть игроком на фоне Турции, России и Ирана, если бы 3 страны выступили каким-то единым конгломератом. Вот. Но на данный момент это, не просматривается вообще, либо просматривается в большевистском формате Закавказья и так далее. То есть под крышей известно кого. Поэтому пока здесь каждый за себя. Владимир, вот по поводу все-таки переговоров между Арменией и Азербайджаном, мне приходилось, вот когда я готовилась к интервью с вами, читать о том, что Армения даже предложила Азербайджану договор о ненападении, что, конечно, вряд ли устроит Азербайджан. То есть я правильно понимаю, что предлагает и говоря это, было формально признано, что вот этот договор о мире, он завис в воздухе на какой-то достаточно долгий период? Или все-таки вот консультации двусторонние все-таки продолжаются? Как это? Смотрите, не аналитика, а информация. Двухсторонние консультации продолжаются, ведутся, и нам о них не рассказывают вот, публично. И очень хорошо, что часто они диссонируют с тем, что мы имеем в паблике. У меня есть надежда, что двухсторонние форматы действительно двусторонние. Скажем так, вот есть у меня такая надежда и так далее. Вот. Ну, армяне предложили пакт о ненападении. Вот. Логика их понятна, чтобы включить его в мирный договор и так далее. Но при всей моей любви, в кавычках, лобовым аналогиям, вы свидетельница и соучастница, но мне не нравится слово «пакт», и в формате о ненападении, потому что аналогии вызывают по меньшей мере 2, и чем они закончились, эти пакты, вот, по линии Берлин-Москва и Москва-Токио. Да, все сразу хорошо... был это в Риббентроп, да. Да, все хорошо помнят, поэтому тут даже на уровне, скажем так, жестов и формулировок вельмане могли другую формулировку принять. Вот. Ну, принят он не будет в Баку, на мой взгляд, однозначно. Я же говорю, что это, на мой взгляд, идет информационная беллетристика и передача посол. Я сказал, каждый свои инструменты использует, чтобы выдвигать неприемлемые даже в таком конструктивном нынешнем русле для оппонента требования. Вот. У Баку, например, логично, если в этой логике рассуждать, одно из требований в Ереване – поменять Конституцию. О том, в Конституции же Армении Карабах, Арцах, как прописано, является там неотъемлемой частью, там, часть Алматинской декларации 1991 года и так далее. При всей формальности, если ее можно выполнять, не выполнять, политическая воля. Если мы запускаем процесс затягивания, то требование Баку здесь выглядит адекватно. Почему? С другой стороны, Никол Пашинян запустил конституционную дискуссию в стране. Не только под этим поводом, но все же прекрасно понимают, о чем речь. Но в Баку параллельно понимают, что быстро это во внутриполитических условиях Армении не произойдет. И вот получается парадокс, что одни не хотят в противоположном формате подписывать мирный договор, другие зеркально. И вот этот процесс идет, не стреляют, и слава богу, и такое впечатление, что довольны оба. Вот и все. Потому что Николу Пашиняну объективно продавить это... как воспринято общество и так далее. Потому что выглядит тут же из Москвы позитивные блогеры, сейчас вот это напоминает, пускай отдаленно, украинскую ситуацию, из лучших побуждений, говорят, как это так, из Баку руководят конституционным полем Армении. В чем смысл? Они выдвинули претензии, мы пошли менять и так далее. Хотя формально, если вы подписываете договор о отсутствии территориальных претензий, ну и в Конституции можно поменять и так далее. Но для Армении это очень болезненный вопрос. Вот. А там ближайшие выборы в 26-м году. Понимаете? Вот. То есть и все плотничком, что называется. Включается предвыборная логика уже в Армении, а в Армении, в отличие от Азербайджана, ох-ох-ох, там, ну, скажем так, очень демократический предвыборный процесс со всеми плюсами, недостатками, которыми являются продолжением наших демократических достоинств, то это происходит. Поэтому Никол, будучи абсолютным, скажем так, политическим хищником, как бы он внешне не выглядит, он выжил в таких ситуациях национальной катастрофы и в таких угроз для себя лично и так далее. Он тоже взвешивает все за и против, опираясь, манипулируя темой разворота на Запад, на мой взгляд, то есть там от Российской Федерации, чего на практике пока нет и не предвидится. Вот, но так ему, по крайней мере, мировое или западное отношение, точку зрения позиционировать позволяет ему. Поэтому я же говорю, что внезапного изменения какой-то картины не в московском формате, чему бы там Лаврову, там, Путину не только хотелось бы, на мой взгляд, не предвидится. Потому что Москва склоняет сделать это на троих опять в Москве. Из-за ограниченности времени я максимально упрощенно говорю. Поверьте мне, этого не хотят ни в Баку и ни в Ереване. Вот. Дрогнут ли оба одновременно? Но это будет огромный шаг назад. Если они это прекрасно понимают, если это произойдет в Москве, в нынешней Москве, над которой бобры летают и так далее. При нынешней конструкции Путина, вот мы возвращаемся к вопросу стратегического терпения, вот оно тут играет в плюс, что ну, не ведутся терпя, они в том числе на эти хотелки Москвы. Вот. Не те, и, к счастью, и к удивлению, и другие, я сейчас про Армению. Владимир, мы обязательно вернемся еще к выборам. И выборам в Грузии, и смене премьер-министра в Грузии, тоже интересная тема. Но перед этим все-таки хотела уточнить, вот во всех этих раскладах, о которых мы сейчас говорили, где же здесь место Турции? Потому что мы так много слышали об Эрдогане накануне выборов президентских, ну, очень много, об его активности, очень там, серьезно, и везде чувствовалось. Такое было ощущение, что Эрдоган везде. А сейчас как-то нигде нет Эрдогана. Ну, по крайней мере, не знаю, вот в том информационном пространстве, где я там... стараюсь максимально читать разные источники, очень мало Эрдогана. Я не знаю, как на Южном Кавказе. Вы знаете как? У меня логика здесь такая, чем меньше Эрдогана публично, тем больше Эрдогана на самом деле. Вот, чтобы вы понимали. Вот это. В тех условиях, в которых Эрдоган переизбирался, он переизбрался за максимально спокойным сценарием и форматом. Теперь, если серьезно, Турция, с одной стороны, безусловно, это предохранитель, подушка безопасности, реальный союзник для Азербайджана и так далее. Это незыблемый факт. Как бы ни парадоксально это ни звучало, это элемент, в том числе, давления на Анкару. Почему? Потому что, условно, гипотетически, Анкара категорически не заинтересована попасть в состояние, когда она будет обречена или обязана выполнять Шушинскую декларацию, например, по отношению к Ирану или по отношению к Ирано-российскому тандему. Без вариантов. Она обязательно это сделает. Но в том числе ей бы очень не хотелось бы, что эта ситуация наступила на Южном Кавказе в целом и касаемо Азербайджана в частности. Поэтому мы сейчас и видим шаги, когда в треугольнике Анкара, Тегеран и Москва, они продвигают общую повестку, чтобы в регионе Южного Кавказа в принципе отсутствовали внерегиональные игроки. Все, в принципе. Мы видим, ну, я не знаю, как это назвать, конструктив и так далее, там, например, на треке там, астанинского формата по Сирии. Если упрощенно говорить, Эрдоган готов уступать уже, опять же, вы говорите, публично не звучит о том, что о неприемлемости Асада, как вождя Сирии, президента Сирии, при котором эту Сирию уже вернули, например, в Лигу арабских государств и так далее. То есть там Россия и Иран давят на турков, что смирись, например, с тем же с Идлибом, вот, там, где было лобовое противостояние с десятками погибших турецких военных на фоне там, промоушена, байрактаров и так далее. Турция глобально там своих целей не достигнула. Там был, скажем так, паритет посредине между российско-иранским, асадовским тандемом и турецким. Не решен вопрос беженцев из Турции для Эрдогана. Но, тем не менее, сейчас ведется речь о том, чтобы Москва, Тегеран, Анкара сконцентрировались вместе на проблеме курдов. Вот, на проблеме курдов, которая конкретная проблема для Турции, действительно ведут террористическую деятельность и так далее. Но курдское крыло в Сирии поддерживается со стороны Вашингтона. Поэтому все достаточно запутано, и, на мой взгляд, Турция, ну, я бы не сказал, что она идет в фарватере России и Тегерана, но настроена на конструктив, чтобы Южный Кавказ у нее под боком не загорался в неудобном для нее формате и так далее. И на это все дело наслаивается и отношение, например, Палестина или Хамаса, как угодно, прокси Ирана, израильского противостояния и так далее. Это же все про Иран. Вот. Хуситы, Хезболла, которые уже де-факто воюет Израиль с вкраплениями помощи там, западной под эгидой США коалиции и так далее. Как здесь туркам позиционироваться? Вот, публично же Эрдоган просто занял позицию антиизраильскую. Банально там, опять же, была ли высылка дипломатов посольством, но не суть, сохраняя экономические отношения с Израилем и понимая, об этом публично совершенно не звучит, что единственным, естественным, подчеркиваю, естественным для турецкого проекта партнером на Большом Ближнем Востоке является, как ни парадоксально, Израиль со всех сторон, вот и так далее. Вот как для страны НАТО, и не только, тему можно долго развивать. Как Турция умеет сохранять лицо, назовем его так, ну, Швеция в НАТО сейчас. Mm-hmm. Вот. Турция получает контракт на 23 миллиарда получает ВПК Соединенных Штатов в лице Lockheed Martin и смежников. Турция получает и F-16, и подряды на модернизацию, на F-16 то, чего она долго добивалась. Ну и Нуланд заговорила про F-35, это же тоже интересно. Ну, Нуланд заговорила про F-35, понимаете, в чем дело? Мы путаем постоянно причины со следствием. Я когда-то и в вашей программе говорил, что Швеция и Финляндия стали членами НАТО автоматически после того, как попросили, чтобы их попросили. Все. Дальше была пыль, инфополе и так далее. По финам проблем не было. Дальше несколько предвыборных логик. Турция нанизала реальные проблемы там, по тому же курдскому вопросу лидеров Швеции и так далее. Прокси-воины на стороне Кремля там сжигали Кораны в Швеции и так далее, недопустимые действия. Но все было понятно, что когда этот этап будет пройден, не в последнюю очередь военно-промышленное лобби вопрос решило. Потому что можно сказать, что Эрдоган достиг поставленных целей, и шведы в НАТО, и там F-16 получили. Но с другой стороны, американская оборонка получает 23 миллиарда от страны, у которой экономика, мягко говоря, качающаяся и так далее. То есть кто тут было первичным, курица или яйцо, не говоря уже о том, что два военно-промышленных лобби Турции и США действовали сообща. Это в паблике нету и так далее. Потому что здесь есть общая заинтересованность и так далее. Ну, предложение Нуланд по F-35 наши Visual Thinking сразу нанизали, что отдайте Украине С-400. Сразу говорю, я не думаю, что этого не произойдет. Не произойдет. Американцы же заговорили в прошлом году. Примитивизм и так далее про F-35. Я не думаю, что к таким резким шагам в обозримом будущем готовил Эрдоган. Ну, тут опять же может поменяться ситуация на том же фронте, на позиционировании и так далее. Почему нет? Ну, с одной стороны, такие системы с нашими мастерами, Кулибиными, низкий им поклон, лишними нам не будут. Ну, с другой стороны, заинтересованность Украины именно в том треке, который мы видим сейчас по поставкам западных систем, прежде всего ПВО, ну, это не так уж и критично для Украины. Я скажу парадоксальную вещь, непопулярную. Вот. То есть как политический жест, как это там, пардон, нож в спину или ниже со стороны Турции, это было бы красиво, на мой взгляд. Для России, имеется в виду, для России. Ну, безусловно, это было бы красиво и так далее. Я не думаю, что это настанет. Но с точки зрения полезности этих комплексов, ну, нужность их для нас преувеличена, и фронт и последние новости это только подтверждают, когда там «Медуза», по-моему, новость напечатала, что наш дрон летел, его сбил С-400, вот, а он еще полчаса продолжал полет и упал все-таки в Санкт-Петербурге на завод «Невский мазут» случайно, вот так. Я помню, как вы написали у себя на Фейсбуке. Где загорел. Да, упал все-таки, да. Поэтому, поверьте мне, в Турции прекрасно знают о технических, скажем так, параметрах, мягко говоря, преувеличенных этой системы. опять же, понимаете, она для турков чемодан без ручки. То есть, например, отказ от этих систем якобы ослабляет противовоздушное, радиолокационное, какое угодно, там, объектовых ПВО в стране и так далее. Это факт. Но я не помню, два или сколько комплексов, на тот момент сколько их было поставлено. Но они ничего не закрывают, не будучи интегрированы в единую систему ПВО, там, разведывательное ударное пространство и так далее. Они тоже две ни о чем. То есть по-любому туркам придется решать вопрос или с западными образцами, или с западными одомашненными на своем ВПК, как было с F-16 и, наверное, будет с F-35. Есть турецкие разработки и так далее. Поэтому мы опять же живем в этой информационной пене, откажитесь от С-400, мы дадим F-35. Но это вот, знаете, для заголовков, для кликабельности, и для сопровождения процесса от этого никуда не деться. Все гораздо и проще, и сложнее одновременно. Ну и давайте немного о Грузии, а то вот чуть ли не забыли. Грузия, самая главная новость, да. Да? Ну вот это что? Расскажите. Это же какие-то интересные такие трансформации в Грузии происходят. Ну, слово, я не знаю уже, насколько оно правильное, обидное или нет, рокировка. То есть под управлением Батона Бензина и Иванишвили произошла рокировка не просто премьера, а в прямом смысле этого слова. Председатель партии «Грузинская мечта», правящий, стал премьером. Премьер ушел на председателя партии «Грузинская мечта». Вот, мы говорим «Ленин», подразумеваем «партия», мы говорим «партия», подразумеваем «Ленин». Вот как-то так это выглядит. О мотивах всерьез говорить, опять же, тяжело, на мой взгляд, потому что это действительно даже не то, что внутрипартийная разборка, это решение одного человека и его бэк-офиса, скажем так. Вот. Мотивация может быть самая разная. Усиление уже нынешнего экс-премьера Гарибашвили и так далее. Притом угрожало это какими-то внутриаппаратными, скажем так, внутри партии, даже не партии, подчеркиваю, а внутри, скажем так, владной команды вокруг Иванишвили, его личным позициям, личное усиление Гарибашвили. Вот. Интересный момент, общим местом стало говорить, он является, нельзя говорить словом креатура, наверное, это будет преувеличением, но виды у Китая были и остаются на Ираклия Гарибашвили, вот он уходит с должности премьера. Тоже интересный момент. Вот. Есть логика, не знаю, насколько требования Запада, Вашингтона, в разговорах с главным грузинским олигархом по поводу токсичности фигур кого-то заменить, кого-то поставить. Был ли такой примитивный разговор, сложно сказать. Но если он был, получается парадоксальная ситуация с точки зрения публичного позиционирования. Одна токсичная фигура заменена, вот как правильно сказала Теона Акбардия, еще более токсичной фигурой. Потому что говорить, что Ираклий Кабахидзе начнет вдруг всех устраивать на Западе, но это, мягко говоря, не соответствует действительности. Поэтому что происходит в Грузии? В Грузии происходит, на мой взгляд, то, что главный человек в стране хочет просто подготовить команду на переизбрание, опять же, в ноябре этого года, 24-го, чтобы выборы прошли достаточно спокойно. Если бы выборы, если вот, например, выборы происходили через неделю, или в ноябре расклад был бы такой, как сейчас, это один из вариантов. Ну, правящая команда победит, и победит достаточно спокойно. Ух ты! То есть тут все просто? Тут на самом деле все просто. Ну, опять же, если не проиграют сами себе, если не начнут здесь выпячивать, скажем так, неадекватные и невыполненные даже для грузинской мечты требования из Москвы, например. И вдруг они начнут пытаться их исполнять, и общество на них отреагирует так, как отреагирует. Главный капитал, на мой взгляд, и здесь нет никакого упрека к властной команде, это полная импотенция и разрозненность грузинской оппозиции. Какому-то консолидированному походу, блокам, партии и так далее, чтобы даже цели положения, чтобы там, как говорят, объединиться перед расстрелом, да, или там действительно запустить процесс смены власти не на уровне лозунгов, а на уровне имплементации этого процесса. Ну, нет и не предвидится. пока подобных тенденций. Вот. Поэтому вот Грузия в формате стратегического терпения, ну, на мой взгляд, решать, понятно, грузинам, ну, объективная реальность состоит так, потому что вот без кардинальных, например, изменений внутри Российской Федерации, без обвала в ту или иную сторону фронта со всеми вытекающими, ну, властная команда достаточно спокойно пройдет, на мой взгляд, этот предвыборный цикл. А те вещи, которые могут нарушить, ну, на момент нашего разговора, они, на мой взгляд, не прогнозируют. Потому что это прямая увязка к украинскому фронту, прямейшая и так далее. Ну вот, вот как-то так. В формате половинчатого решения Грузия для Запада будет находиться достаточно долго. Почему? Я не вижу каких-то резких мотивов качать нынешнюю властную команду и так далее. Безусловно, это происходит. Возможно, эти мотивы появятся. Но вот сам факт кандидатства, о котором вы упомянули, это же чисто в политтехнологической, в предвыборной логике, это, ну, такой жирный туз в пользу владной команды. Ну вот при нас мы даже кандидатство получили. Мы вот конструктивные. И на этом фоне тезис «лишь бы не было войны», он рабочий даже в абсолютно, ну, проукраинских, в общей массе прошарках грузинского населения. Владимир, позвольте самый последний вопрос, буквально на несколько секунд, извините, я перебираю, конечно же, но я хотела спросить о Саакашвили, потому что очень долго говорили о том, что он там практически в очень критическом состоянии находился, и потом как-то это исчезла информация из информационного поля, если можно. Ну, нет, смотрите, я чисто по-человечески, со здоровьем как было, все плохо, так и осталось, если очень коротко, вот. Возможно, неся имиджевые и будущие политические потери, я надеюсь на это, я не знаю, Михаил Николаевич, может, перестал дурковать. В каком смысле? Может, там начал питаться, прислушиваться и так далее. Потому что, зная его характер, он шел ва-банк реально. То есть, там жизнь была на волоске и так далее, но непоправимого, к счастью, не произошло. Я так по-человечески смотрю на этот момент. Далее тяжело выйти из общечеловеческой логики, но это позорище для всего грузинства. То есть уже тут согласны с этим все лагеря и так далее. То есть, понимаете, до чего доведена, до маразма, какого доведена ситуация, возвращаясь к импотенции той же оппозиции. Выход Саакашвили из тюрьмы в любой ипостаси, где бы то ни было, выход. Вот. К этому не готово грузинское общество, потому что автоматически наступает дихотомия, неважно с какими процентами, это единое национальное движение уже Саакашвили, это немножко другой коленкор, чем Саакашвили в тюрьме, и владная команда. И к этому, на мой взгляд, власть прежде всего, и грузинское общество в целом не готово. Вот. Ну, точно так же, как они не готовы, не дай бог, конечно, к непоправимому варианту, вот такое вот зависшее состояние, отношение, прежде всего, ну, судьба, там, решение судьбы одного человека, оно вот так вот в этой рамке находится. Будет ли создан какой-то формат, я не знаю, договоренности между властью грузинской по какому-то треку, напрямую не связанному с Саакашвили, и там коллективным Западом? Будет ли там подпункт о том, чтобы освободить на определенных условиях Саакашвили? Даже этот момент не просматривается. Не просматривается момент, Саакашвили не стал фактором давления Запада на власть. Все. Фактор в тюрьме, этого тоже нет. Единственное, что вот давайте, будет вам вот это, если вы сделаете, освободите его, там, переведете там, в Шарите или около. Даже таких торгов нет. Вот. Если они появятся, ну, мне сложно сказать, но это точно не будет единственным требованием вот в этой системе. И так далее. Ну, сори за эмоции, но вот ситуация, она вот такая, какая есть. Владимир, спасибо огромное. Спасибо большое, что были сегодня с нами. Извините, что перебрала немного. Но столько вопросов интересных накопилось. Спасибо. Спасибо, но спасибо. До новых встреч. Спасибо. Владимир Копчак был сегодня с нами на связи, за что мы ему страшно благодарны. Конечно, признательны вам, наши спонсоры на платформе Patreon. Оставайтесь с нами.